Привет, меня зовут Сергей Воронцов, с вами Торнадо Дрифт Райкс, и сейчас я хочу рассказать вам про наш новый проект. Это дрифткарт из СССР, рама 89 года выпуска. Еще твой прадед на этом карте катался. Задача была следующая. Просто сделать, чтобы карт поехал. И, возможно, поехал боком. Проблема всех дрифткартов, которые можем видеть сейчас на российском рынке и в целом, это передняя часть, а именно выворот. Вывороты колес там нету. Руль очень тяжелый, и это получается просто классический карт с пластиковыми накладками. Да, он едет в угле, но угол маленький, дуга не длинная, и кайфа не так много. Этот дрифткарт попил у нас крови, потому что мы сильно заморочились с передней частью, долго, много раз переваривали, и это пробная модель, это тестовая версия. Поэтому начинаем сборку, и скоро увидите, что у нас получилось. You should've known better, better to fuck with someone like me. Oh, yo. Forever and ever you're gonna wish I was your wifey. Don't act so innocent. This was no accident. You planned this in the end and now it's over. Say what you wanna say. You lied and I got played. You threw it all away and now it's over. Just face it, we didn't make it. You bit off more than you could chew, can you taste it? Вообще по-взрослому. Бой. Это бомба. Да? Выглядит взросло. Попробуйте так на обычном картинке прокатиться. Вот так вот, одной рукой. У вас бы точно не получится. Я, конечно, качок, но не настолько. Тоже стильный момент этого, так сказать, продукта от Торнадо Дрифт Райкс. Мы не можем полноценно протестить эту штуку, потому что как бы в этой вещи уже есть свой владелец.
а мы всего лишь механики, которые помогли собрать ему его мечту. И вот очень интересно, конечно, на полную катушку выжарить его, потому что здесь стоит обалденная передатка, которой мы тоже очень долго шли. Поэтому динамичный разгон, быстрый подрыв, подхват и есть при этом максимальная скорость, максимальные ходы. Все это здорово, но честно, для завершения эксперимента нужно устроить настоящую битву. Дрифткарт и дрифт-трайк. Все-таки я на стороне трайков, как ни крутите, для меня это просто некое такое ответвление. Интересное ответвление, чтобы применить наш опыт, навык и знания от трайков. И вот надо устроить битву. Поэтому, как Малой научится кататься, мы пригласим его к нам на базу. Возможно, мы его будем учить кататься на карте, потому что база, основа, она очень похожа. И потом уже сделаем чудо-пушка-гонку. И, кстати, возможно, этот проект вы увидите на Drift Expo 24-25 августа. Дрифт-трайк круто. Ну, а как бы дрифт-карт просто вот закончен. Ну, а я думаю, что 4 колеса безопаснее и круче едет. Вот мы и посмотрим, что круче и что безопаснее. Мы не делали большой акцент на съемку, потому что были заняты именно работой, сборкой карта. Сделали некоторые подсъемы, и сейчас уже в завершении работы каждый из нас хочет высказать свое мнение, вообще какие-то мысли, поделиться с вами, рассказать в целом про данный карт и данный проект. Мы с вами доработали выворот стоковый. При этом мы очень много переделок сделали. Мало того, что у нас все крутится на подшипниках, и верхняя часть, и нижняя, не как на нормальных картингах, а тут именно дрифтовая тема, чтобы колесо выворачивалось и в одну, и в другую сторону, и ему ничего не мешало. А у нас все крутится на подшипничках, удлиненные тяги, стоят рычаги с возможностью регулировки выворота, то есть выворота не хватает, взяли, перекрутили, настроили и поехали дальше. Немножко накинули развальчику относительно обычных картов. При этом кастер у нас появился, то есть карт поднимается и в одну сторону, и в другую. Выворота вполне достаточно. Аккерман получился тоже добротный. Вся плоскость колеса находится в контакте с асфальтом, поэтому у него очень хороший контроль в дрифте и вовсе. То есть маневренность он тоже имеет. Расширена передняя база относительно задней, чтобы добавить больше контроля спереди. И не было андерстира, потому что изначально база была уже. Мы сделали несколько вариантов. Это уже третий вариант. И мы наконец добились того, что хотели. Как вы видели, только что он запросто выполняет все нужные элементы и хорошо себя чувствует и в большом, и в маленьком угле. Хороший отклик на газ. Также немножко повеселиться. Сделали гидропалку. Ну как тебе рулежка? Топ, скажи. Класс, удобно вообще. Прям. И выворот вот надо, нормально. Ну, выворот хороший, то есть его достаточно? Достаточно. Больше не надо. Чуть больше, но в принципе, да, пропадет интерес уже. То есть должен уметь играть этой штукой. Руль очень получился лояльный, то есть он не тяжелый и не супер легкий. Это за что мы боролись, поэтому мы 3 раза переделали переднюю часть. То есть вот рулежка, она адекватная, то есть ты рукой можешь рулить, оттормаживаться, кстати, тормоз он глобально и не нужен. То есть вся вот за счет, ну, в принципе, как и на трайках. Руль, газ. И за счет того, что газ у нас включен напрямую, отклик очень быстрый, резкий, то есть трайк, карт сразу реагирует и прям, короче, пуля. Что хочу сказать я, может быть, вы не обратили внимания, но касаемо передних колес. Чтобы вы понимали, тут стоят задние диски, то есть диски одинаковые, но резины разные. Сзади штатная задняя резиновая картинг. Спереди это передняя резина карт, которая надута, раздута и взорвана на задний диск. Поэтому получился такой сильный бублик. Я прям настаивал на этом и очень топил. Потому что изначально можно было поставить просто обычные передние колеса от карты, как многие делают. И он бы ехал и рулился. Вернее, даже на тестах он ехал и рулился без выворота. Но это было совсем, то есть не так
круто и не так эпично выглядело, как уже сейчас выглядит. И в любом случае это влияет на рулежку, потому что тут пятно контакта, оно больше. Что мне хочется заметить и отметить под дополнением, чтобы я внедрил? 100% я бы увеличил руль, сделал бы его чуть-чуть побольше и, возможно, изменил бы наклон рулевой колонки. То есть данный проект не позволяет нам это сделать, потому что все-таки была задача сохранить как память раму, эту старую, от карта, и на базе этой рамы уже смодернизировать современную рабочую конструкцию. Вот, поэтому в планах на будущее возможно это изменение наклона рулевой колонки, размера рулевого колеса. Возможно, поставил более мощный двигатель. Все-таки 200 кубиков вполне себе достаточно. Но когда мы говорим про 270, 300 или 450 кубиков, тут уже идет другая скорость, другая мощность. И можно дрифтить не только на двух накладках, а на одной накладке. Если вы не пробовали или не знаете, что такое возможно, знаете, это возможно, и это уже совсем другая эмоция и совсем другой уровень ответственности в процессе катания. Вот такой проект у нас получился. Этого пацана зовут Несквик, и сегодня он уходит в руки одному ребенку. Поэтому посмотрим, вырастет из него дрифтер или дрифткартер, или что из этого получится. И сколько вообще проживет наша тестовая первая модель. Поэтому оцените, напишите комментарий, что вы думаете насчет данной постройки, какие дополнения или изменения вы можете нам посоветовать. Ну и в целом ждем от вас фидбэка, мы очень старались, и у нас душа довольна. Поэтому ради этого мы работаем, чтобы быть довольными и кайфовать максимально от того, что мы сделали. Всем моторспорт. И я бойс. Что такое? Все хорошо? Смотрите, какая штука. Смотри, что этому брату подарили. Чем папу подарил. Хотя бы не знаю. Проходи, не бойся. Фига на вывороте, на всех делах. Жирненько, да? Был масляный.